Вот она, жидкая кровь растений. Вот он, зеленый коктейль, процеженный уже, такой зелененький, такой активный биологически. Его надо сразу выпивать, пока он биологически активен, не потерял свойства свои. Это у меня вот из мяты, из ботвы свекольной, из морковной ботвы, укропчик. Листик малины подкинут, кроворазжижающий. Что там еще я вспоминаю? Цветы календулы. Там нужно много листьев, например. Смородины можно подкинуть, будет ароматизатор такой прикольный. Ну, например, вот невкусный, да, листочек. Вот вот. Капустный, хотел сказать. Ну и капустный можно, коктейль тоже отвратительный, конечно, вкус он. Ну вот, свекла же не очень, да? Мятой отдушкой можно сделать, можно там елку подкинуть, там иголки. Чтобы подушечка такая была, или там лист смородины, вот я говорю. Вкусный, просто приемлемый будет. Лучше вкусно пить, чтобы хотелось его потом. Отврата не было.